Hey, всем привет, друзья! Меня зовут Ше, добро пожаловать в игру YouTubers Life! И мы сегодня с вами будем прокачивать своего чувака, и мы пойдем на YouTube-конвенцию. Так что, Игромир, получить билет, я буду присутствовать, потратил 100 баксов и апнул уровень. Короче, пригласить чувака. Ну, ладно, я думаю... А, ему нужно написать, наверное. Так, ты, как тебя там зовут? Донна, Херонна, или ты Джордан? Да вы все на одно лицо, мать вашу! Что за дичь? У него большие зеленые глаза, вот так вот будем его делать. Большие зеленые, у этого голубые, а вот у этого зеленые. Так что давай, Джордан, что-то могу тебе написать. Давай пригласим, короче, йоу. Давай, буду ждать тебя там, все, я его пригласил. Я красавчик, да? Я надеюсь, что я красавчик. Спасибо, как ты, привет, Шедди. О, назначить свидание, обнять, прощаться, флиртовать, назначить свидание, ё-моё. Подарить подарок. Давайте просто поговорим с тобой, а? Ты мальчик или девочка вообще? А, это девочка. О, это прикольно. Слушай, ну раз это девочка, то давайте тогда обнимем, что ли, как в Sims. Сейчас, короче, завалим ее тут вот прямо сейчас, и все, у нас будет четенько. О, ми-ми-ми, а-ня-ня. Так, давай еще раз обнимем. Вообще по полной будем прокачиваться. И теперь назначим свидание. Я не знаю, почему бы и нет. Последнее, что происходит, что удивительно. Давайте посмотрим, что произойдет дальше. Так, что еще я с тобой могу сделать? Ты куда сел за мой компьютер, слышь? Пошла вон! Все, попрощаться, вышла нахер отсюда. Все, до свидос. Мне нужно, блин, мне нужно починить компьютер и в игры играть. Что-то я могу? О, я могу что-то улучшить, но у меня денег нет. Ладно. Фига себе, видели она что? Она взяла просто и пошла к моему компу. Ладно, могу починить. Во, новое видео могу сделать. Так, мне нужен видосик, срочно нужен видосик. И лучше давайте по Counter-Strike. Так, контрушечка. Мощь, очки рендера, все подходит. Давай так. Контра. Давайте сделаем, короче, ответный вход на мое прошлое видео. Давайте контра для нелоха. Вот так. Типа не лох, и типа играешь контру, крутой чувак, все такое. Давай. Так, приветствуем, машем рукой. Приветик, друзья. Next question. Загрузочный экран. Мы можем сказать, что смешное, сказать, что в теле не в тему, или что-то не смешное. Ну, давай что-нибудь скажем. Скажем что-то смешное, наверное, не знаю. Почему бы нет? Так, дальше нам нужно сделать серьезное лицо. Да, почему убил 20 врагов, ну и сам погиб. Так, и подведение итогов, можно сказать, что-то не в тему. Допустим, дальше нам нужно это добро все собрать воедино. Как это можем сделать? Опять у нас нестыковка вот здесь происходит. Да что за хрень? Почему вот тут не стыкуется? Пара-папам. Ну вот так только можно состыковать. Но все равно это херня какая-то, ну. Вот елки-палки. По очкам если смотреть. Ну точнее, вот тут тут артистизм. У этого звук и сценарий. То есть по идее сценарий он должен. Блин, ну че за дичь? Ну твою мать. Вот так вот не стыкуется, ну никак. Ну вот вообще никак. Да твою налево. Ладно. Вот так тоже не стыкуется. А вот так вот 9 получаем. Да все равно, короче, ладно, давайте вот так вот. Странное дело это все, конечно. Ладно. И здание 100. Ну, ладно. Все, в принципе, неплохо. Пам-пам-пам, новый уровень везде. Апнули, суперски. О, у нас, кстати, новая карта. Финальные титры, дать совет. Блин, да все это уже было. В чем прикол? Ладно. Давай теперь еще раз дать совет. Давайте музыкальное вступление. Окей. Да, музыкальное вступление. Дальше. Вы получаете на 6% больше подписчиков за первый взгляд, обзор и распаковку. Супер, это мне подходит. Спасибочки. Это мне нужно. Первый взгляд это всегда суперски. Я, короче, буду вам показывать, как нужно прокачивать свой... как нужно делать свой канал на YouTube. Вот. Правильная стратегия. Что у нас там по экзамену? 10 февраля Игромир, 28 экзамен. По экзамену я пока не готов. Ладно, пойдем, короче, учиться. Комп у нас сейчас починят, все у нас будет четенько. Просмотры идут, подписчики идут, видосики загружаются. Ой, блин, новая игра была выпущена. Fucking fuck. Ладно, Planet Wars. Была выпущена новая игруля, Planet Wars. Деньги-то у меня на нее есть, а? Давайте проверим. Так, чувак, компьютер не работает, а видосик загружается, я понял. Все, загрузился. Так. Че за Planet Wars? Planet Wars, 30 баксов. Денег столько нету. Мам, дай денег. Мам,
Да, и сраных денег. Ладно. Готовность теста нулевая. Но ё-моё, ну ладно, пошли еще раз учиться, пока у нас видосик загружается. Пока просмотры идут, подписчики смотрят, надо идти и готовиться к экзамену. Давай, давай, времечко, проходи. Кстати, у нас тут разблокирует новый предмет. Ой, я пятый уровень апнул. Блин, клево, я молодец. Что дальше? Еще одна новая карточка. Ну, давай, сарказм. Пусть будет сарказм карточка. Все, я выбрал, спасибо. Консоль. Кстати, консоль. Я же могу, по идее, купить себе консоль, я прав? Нет, я не буду покупать консоль, потому что у меня пока мало денег. Это, я думаю, правильная идея. Нет, все, до свидания, нахер консоль. Что у нас там дальше идет? Да, я поиграю миру, 10 числа он. Все, завтра играю мир, а пока что пойдем поучимся. Видосик есть, и все четенько. Так, сейчас, короче, поучусь, запишу видос. Нет, черт, я поучусь и потом только и потом посплю. Ладно, ладно, давай, все, спать. У нас все очень херово, он хочет есть и хочет спать. Давай, иди спать. Давайте проверим, что будет, если он не поест. Он умрет, не умрет? Ну-ка. Мой великолепный Sims. Одеться и Игромир. Ну, на, короче, иди пожри. Поесть. И... Игромир. Чё-чё-чё, перейти к событию. Я должен, типа, одеться. Ну ладно, давай, короче, оденемся. Да в жопу, короче, оденемся, как хотим. Вот так, в очках обычных пойдем. Вот, круглых пойдем, все. К событию. Пошли на Игромир. Ну-ка, у нас будет что-то показано? Или он просто пошел на события? Вау, вау, серьезно? Вау! И где я? А, вот он я голодный, твою мать. Ну, привет, чё? Как жизнь? Апнулись. Купленные игры, купленные консоли. Ладно. Все, пообщались, спасибо. Мне нужно следующий... Я люблю ваши видео, Шэдди. О, прикольно. Общаемся с людьми, короче, апаем навыки. Next. 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 Короче, вот так список сделаю. Так, так много подписчиков у нас. А сколько? 15 тысяч подписчиков. Да, не так уж и много, не переживай. Бывает больше. Ладно. Бла-бла-бла-бла-бла. Поговорили. PSP никогда не увеличит свои продажи. Окей. Так, поговорили. Что еще можем делать? Какой там инфо у нас? Профессиональные навыки вы не можете нанять еще соавторов. Ладно, пока соавторов у нас нету. Ладненько. Я со всеми, короче, буду говорить. А сейчас просто на видео ускорится. Так, окей, со всеми типа поговорил. Давайте пойдем посмотрим, пообщаемся с кем-то Тернером. У меня пока нету денег, и, возможно, я не смогу купить какую-нибудь консоль, но что-то я смогу сделать. Хотите получить бесплатный эксклюзивный приз? О! Да, давай. Нужно достичь результата 1000 в любой игре. Ну, давай пойдем играть. Click to start. Соедини все точки с одинаковыми цветами. Окей. Что за хрень? Ладно. Соединил. Я молодец. Нужно достичь уровня 1000. Ладно, окей. Это... Блин, крайне интересно. Все, завершил уровень. Блин, все, зашквар. Блин, да ё-моё, ну. Все, не достиг уровня 1000. Ладно, еще разок. Я понял. Сохранить правую землю в сторону сохранности. Используйте левую-правую стрелку для направления перемещения пробега для ускорения. Что? Да что происходит, Ладно, я понял, все, я разобрался. Давай, короче. Да ядрить колотить, ну. Что это сейчас было? Дубль 2. Вот это вот, одинаковые шарики, мне понравилось. Это суперская игра. Что-то, блин, вообще дичь какая-то. Ладно, уровень завершен. Нам нужно достичь уровня счета 1000. И все. И все у нас будет хорошо. Ну-ка, дальше. Вот так, вот так. Давай вот так и вот так. Супер, почти 1000, давай. Дальше.
Дальше. Дальше, дальше. Все просто. Почти 1000. Давай. И еще вот так. Вот этот уровень нужно пройти. И все у нас должно получиться. Давай, давай, давай. Опля. Все, 1000. Ю-ху! Где моя консоль? Бесплатная. А, нет, вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вау! Даже 1500. Да, я красавчик. Играю в игру в игре. Давай, быстрей, быстрей. Да, завершил уровень. Боженьки мои. Ну все, это уже в конец. Это последний уровень, а 100 пудов. Нет, это не последний, я его завершил. Вау, 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 вау. Да что ж я дикий-то такой. Ну все, ну че, давай приз, давай. Давай мне приз, чувачело. Да, я хочу консоль, а. Как хорошо, что я не купил. Вы должны немного позаработать, чтобы купить это. В смысле, это должна быть бесплатная игра, ты охерел? Это была бесплатная консоль. Должна быть. Ой, иди в жопу. Все, я ухожу с выставки. Все, я ухожу, до свидания. Что за фигня? Я думал, эта консоль будет бесплатная. Я не зря старался и задротил. Нужно было 100 баксов целых. Ладно, окей. Я пошел есть. Пошла в жопу. Вы были очень долго на конвенции, Шэдди. Я хотел спросить вас, хотели бы вы быть моим соседом? Эта квартира имеет большую комнату, которая будет соответствовать всем условиям ютубера. Вау. Да. Ну-ка, ну-ка. Вы открыли новый тип видео. Я понимал, что могу делиться со своими друзьями и подписчиками самый яркий момент своей жизни. Так. Вы должны заранее платить 2 месяца аренды, чтобы войти в квартиру. Это $160. Когда они у вас будут, мы вас пустим. Вау. Прикольно. Ну-ка, давай, ладно, давай, короче. Ща все будет. Новая игра тут недавно вышла. Надо ее сейчас записать и сделать обзорчик. Вот это... Planet Wars, короче, Planet Wars записываю. Дальше буду видосики делать по этой игре. Короче, за... Да, я тусанул. Окей. Короче, я заработаю бабла и перееду в отдельную хату для ютубера. Вау! Ничего себе, это интересное решение. Так, новая игрулечка. Окей, ну-ка давай, магазин. Ой, нет, какой нахер магазин? Стоп, новое видео. Пока она еще в теме, нужно ее запилить. Давай, первый взгляд, вышла всего лишь пару дней назад. Такс, все у нас, блин, качество вебки все хуже и хуже становится. Да что за дичь? Ладно, окей. Окей. Запись началась. Хей, привет, помашем всем рукой. Так, дальше. Кат-сцена. Нам нужно сказать что-то смешное. Обязательно. Дальше идем. Дальше игра зависла. Нам нужно... спеть песню о происходящем, что игра зависла, а-ля-ля-ля-ля. Ладно, загрузочный экран с подсказками. Давай скажу что-то не смешное. Окей. И сюжетный поворот. Помашем на прощание. Такс. У нас уже целых 5 пунктов, ё-моё. Надо. И вот у нас есть начало. И нам нужно дальше прокачиваться вот так. Во, я даже смог выстроить цепочку до конца. Ничего себе. И давайте добавим... нам нужно выбрать фокус, чтобы добавить качество. И, наверное, давайте добавим заголовок. Все. Вау, интерес 99. Рекорд, рекорд и рекорд. Уху! Везде рекорды. Нормально играем. Продолжаем. Так, редактирование, звук, постпродакшн, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все, опубликовываем, короче, не парит вообще. Звезда обложки, что это такое? Определенный раз количество сфотографироваться. Я могу сфотографироваться, эй. Окей, ладно, не могу. Нам нужна вебка хорошая. Так, у нас, кстати, экзамен там скоро, да? 28 февраля, и мы пока еще не готовы. Ну, ладно, давай, иди учись. О, у нас, кстати, новая карта. Вставив видеоклип, авторское право будет... О, не-не-не, сказать что-то серьезное и конструктивно критиковать. Ну, давайте конструктивно покритикуем, ладно. Не хочу, чтобы за мной бегали менты. Мне и так прохватает забот. Мамка еще ругает. По жопе даст. Так. Учеба. Учеба, 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 учеба. Суперски. Ну, а теперь давайте пойдем спать. Пока все равно комп обрабатывает видос. Пока загружается. Все зашквар. Нам нужно поспать. Блин, он еще загружается. Может, лучше можно? Нет! Он пока загружает видео в интернет, он не может с него ничего делать. Ладненько. О, я опять получил карту. Затемнение экрана. Формально приветствовать. Ну ладно, давай. Ну ладно. Так, и разблокировал какие-то предметики. Окей. Но все равно денег нет на эти предметики, блин. Что делать, а? Зарплата сотрудника. Всего к оплате.
А, ну это пока оплата сотрудника. Ай, боже, блин, где бабло взять? Пойдем работать, я не знаю. Пойдем, короче, поработаем 4 часа, 4 часа и 2 часа. Мытье машин, чистка обуви. Ну, блин, одна херня, все, ладно. Пойдем машины помоем. Пока все равно видос загружается. Слишком долго. Надо будет пробрейдить комп. Только когда я это смогу сделать, я не знаю. О, новая карточка. Лол. Ну, давай сказать, что это серьезное. Блин, почему карточки новые появляются? Я не могу понять. Необычно это все, странно. Так, все, видосик загрузился. Вот, теперь можно его пиарнуть. Давай, слухи, за $30. Сейчас, по идее, должен быть пиковый скачок больше и бабла принести должен больше. Так, ну а мы пока пойдем записывать сразу следующее видео. Нам нужно видео по, опять же, вот этой игре, потому что она новая. Блин, вебка. Слушайте, погодите, давайте попробуем улучшить компьютер. Может, это получится. Может, можно его, ну, как-то улучшить, не покупая новых элементов. Нет, видимо, нельзя. О, видеопрокат. А, у меня куплен премьер, окей. Наушники, камера, микрофон. Блин, ну все лабуда. Ладненько, окей. Пам-пам-пам, ну комп вроде тогда пока работает. Почему вебка не работает, я понять не могу. Странное это дело. Ладно, тогда давайте видосик по игре. Угу, давай. Давайте там, не знаю, Planet Stars Borsch. Вот так назовем видео. Просто так. Потому что я могу. Потому что я ютубер и я могу. Все, по-моему, просто. Ладненько. Поприветствуем всем. Всех артистизмом. Все у нас такое веселенькое такое. Сказать что-то не смешное, сказать что-то не в тему. Несколько минут до старта. Ну, давайте смешное скажем. Нет, ошибся. Да что происходит? Почему не то кликается? Подведение итогов. Ну, давайте скажу что-то не смешное. Во, успех. А вот здесь сюжетный поворот. Помашь на прощание. Еще. Ну ладно, тут нельзя было такого выбрать. Ладно, окей. Нам нужно состыковать всю эту ленточку событий. Ленту событий. Пам-пам. Вот так, супер. Вот тут только нестыковочка. Ну, лядненько. Так, у нас нету заголовка и у нас нету фокуса. Добавим фокус в заголовок. Так, видосик на 69% получился. И рекорды, о, ставим рекорды. Ну-ка. Боженьки, слишком много новых уровней и всего такого прочего. Так, у нас опять новая карта. Они уже были. Ладно, вступление с логотипом экрана. Так, у нас дата экзамена тут скоро уже на носу. Ну, давай, короче, иди учись. Бегом на учебу, давай. Хоп. Так, ладно, короче, поели, поспали, и теперь можно запилить видос, потому что у нас уж очень хорошее настроение, и уж очень много всяких мыслей есть. Так, у нас есть Counter-Strike, давайте-ка запилим по нему видосик, еще один. Текс, все улучшать-то не будем, спасибочки. Название видео, лопата-копата. Что за бред я несу? Лопата-копата. Ладно, окей. Блин, точно, у нас там видео загружается. Чё? Ну, как-то странно это. Почему я должен только одно видео загружать? Ну-ка, что у нас тут есть? Нет страйков на канале, просмотры есть. Люди меня любят. Все такое, партнерки. О, партнерки. Ну-ка, тут есть другие партнерочки. Оу. Доля прибыли, бизнес-класс. Вип-карта, прикольно. Но я не могу, потому что нужны люкшери апартаменты. Это у нас по статистике канала. О, боженьки мои, сколько всего. Такс, это у нас место. Ладненько, боже мой. Все, видосик загружайся. Все, суперски загрузился, а теперь садимся. Часто по комментариям. Крутота, монтаж не понравился. Лучше во что я играл. Окей, why not. Так, поприветствуем всех. Приветик, ребята. Дальше. Загрузочный экран. Ну, давайте что-то... давайте скажем что-то не в тему. Да, подошло. Дальше. Нужна эпичная игра. Нужно спеть песню, раз эпичная игра. Да, супер. Дальше. Пам-пам, загрузочный экран с подсказками. Ну, давайте что-то не смешное на экран с подсказками.
Нет, зашквар. Ладно, я помашу на прощание. Тоже зашквар. Почему? Ладно, сейчас разберемся. Короче, раз, два. А вот это не стыкуется. Пам-пам. Блин, это не стыкуется. Вот это жопа. Оу-оу-оу. Ладненько. Нам нужно по-другому, значит, будет скомпоновать видосики. Вот так. Дальше. Вот это последнее, да? Все, я больше не могу. Блин. Па-пам. Вот так, вот так и вот так. Вот, 20. Набрал 20 очков монтажа. Я молодец. Все супер, наверное. Берем вот это, короче, и вот это. Все. Дальше. Монтажик 54%, окей. И рекорд по качеству. Так, ну что, я везде получил опять новый уровень. Не знаю, что эти уровни влияют, но, допустим, так и надо. Так. О, мамка меня обняла. Окей. Если подарок мне даст, если я буду учиться. Я молодец, надо учиться. Прикольно. Ладно, ребятки, на этом давайте закончим видео. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, ставьте ВКонтакте, ответьте в Инстаграм к вашим услугам. Ну а мы с вами продолжим эту игру, если вам понравится. Так что, ребятки, на этом все. Всем удачи, всем пока.